Треть кишиневцев меняет мобильные телефоны каждые 2 года. При этом большинство обладателей гаджетов не знают, куда девать старые, как и другие электронные, а также электрические устройства. По данным исследования, проведенного по заказу Ассоциации по утилизации отходов, 55% граждан хранят вышедшую из строя технику дома или выбрасывают ее в обычные мусорные контейнеры, что крайне вредно для окружающей среды. Электронные и электрические отходы составляют только 2% от общего объема потребительского мусора, а по вредности для окружающей среды составляют все 70%. В них же вся таблица Менделеева. Люди говорят, что больше выкидывать им сломанные устройства некуда. До этого года выбрасывал в специальный контейнер у соседнего дома. Потом он пропал, и теперь выбрасываю в обычный. А что еще остается делать? Но я их как бы не наблюдал еще, честно говоря. На стекло, на пластик, на картон есть, а на батарею... Где-то есть, я точно знаю, что где-то есть, но я не наблюдал. Но нужны. По всей Молдове есть 128 контейнеров для отживших свое гаджетов и бытовой техники. Их установили в рамках проекта, финансируемого программой развития ООН. Большинство из них находятся у автозаправочных станций, учебных заведений и государственных учреждений. Электронные отходы свозятся в сортировочный пункт. Потом, в зависимости от их типа, они вывозятся в одно из партнерских государств – Румынию, Польшу, Турцию или Украину. В телефонном опросе по заказу Ассоциации по утилизации отходов приняли участие 500 физических и 300 юридических лиц в городе Кишиневе. Погрешность результатов плюс-минус 4%.